Так, добро пожаловать на новый маркетинг-план, который у нас запустился, или вернее запускается еще, вернее сказать, наверное, правильнее, уже по расчетам с декабря месяца. Сейчас у нас еще идет выплата, по сути, по двум планам, наверное, да, и тот, кто максимум бы в этом месяце выдал, он будет считаться, а с нового месяца, то есть декабря, у нас уже новый маркетинг-план и будет читаться, вот как мы его сейчас проговаривать будем. Ну, давайте тогда пошагово пойдем. То есть у нас есть сам план, он разделен на две части. Один раз на прямые партнеры, которые непосредственно по вашей реферальной ссылке зарегистрировались. И потом дальше, потом уже мы разберем сам план уже от структуры. Итак, у нас есть прямые партнеры, это Direct Partners. Это непосредственно те люди, которые вы по своей реферальной ссылке зарегистрировали в системе. Вернее, они сами зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. Непосредственно это ваши личники, так называемые. И мы получаем Direct Matching Bonus, так называемый. Он платится со всех партнеров вашей первой линии. Что за бонус и с чего он выплачивается? Выплачивается в первую очередь это все с прибыли, которые наш в этом случае прямой партнер ежедневно получает. С того, что он получает как прибыль, нам идет начисление. Да, хочу заметить, средства, которые он поменял на EXW и количество токенов, которые отдал в работу, лежат полностью в полном составе на его кошельке. С этого никакое разделение нету. Но с того, что ежедневно вырабатывается в токенах новых, мы получаем свою часть в зависимости от нашей активности. Именно активность, которую мы проявляем в построении первой линии. Теперь смотрите внимательно на таблицу. Вернее, давайте мы пройдем все-таки вот это описание, что означает. Хотя нам сейчас пока нужно только вот эти первые два. Дальше это для следующей таблицы будет. Смотрите внимательно, когда у нас один партнер, вот мы начинаем бизнес, да, у нас один партнер, и он записался, он приобрел себе EXW, поменял, да, свои активы из чего-либо, из евро, из биткоина, из этериума, неважно. Он приобрел себе EXW и отдал их в работу. Теперь он получает свои начисления. С того, что он получает, вам начисляется ежедневно 20%. Это пока у вас один прямой зарегистрированный партнер и к тому еще верифицированный партнер. Да, это важно. То есть считается как квалифицированный партнер в вашей структуре, когда он пройдет верификацию и, соответственно, конечно, активируется. В том случае, когда он активировался ранее, чем прошел верификацию, вы с него получаете начисление, но построение далее структуры, он пока еще не числится, потому что он не прошел верификацию. Как только он ее пройдет, все, он зачитывается для следующих этапов. А какие они могут быть? Внимание, дальше по таблице. Когда у вас два зарегистрированных партнера, то есть непосредственно по вашей реферальной ссылке зарегистрировались, то вы уже получаете не 20% с того, что ваши теперь уже два партнера первой линии получают, а именно 50, то есть ровно половину того, что получают ваши прямые партнеры. Сколько они могут получать, в каком размере и сколько вам от этого в итоге будет, ну, в зависимости от того, какое они для себя решение примут, да, и какую сумму EXW они дадут в работу. Естественно, чем больше сумму они готовы дать в работу, потому что они в этом всем видят свою выгоду, тем больше у вас и идут начисления. Это может быть, что поначалу это будут какие-то маленькие суммы. Опять же, каждый решает для себя, что для и понимает по-разному, что для него маленькое и сколько это маленькое. Но рано или поздно, когда люди будут получать свои результаты положительные, по всей вероятности, конечно же, мы не можем это на 100% говорить, но, скажем, опыт такой, что люди начинают увеличивать свой депозит, и вам соответственно, с того, что зарабатывает ваш прямой партнер, больше начисляется. Окей, я думаю, тематика сама всем ясна, да, как работает. Нет, то еще спросите вашего куратора, если до сих пор совсем не ясно. Смотрите, я хочу вам
цепочку, да, вот эту логическую, как она именно по этому direct matching плану. Чем больше у вас личников, тем больше у вас выплат с того, что ваши клиенты получают в первой линии. Когда у вас 8 прямых, зарегистрированных, активированных и верифицированных партнеров, вам уже за все 8 с первой линии выплачивается 55%. Когда у вас 12 прямых партнеров, 60%. Ну и, соответственно, до 50 партнеров, как только у вас 50 партнеров, у вас 120% с первой линии от всех 50 партнеров. Да, могут тут быть, наверное, какие-то разные в разных размерах. Наверное, это именно вот эта модель для человека, который говорит, я не хочу строить сеть, я только хочу надеяться на собственный труд. Вот то, что я сделаю, это я заработал. Пожалуйста, вот для этих людей вот это оптимальное решение. Им даже дальше не стоит слушать, потому что это хватает уже. Дальше это идет командная работа, мы сейчас об этом, конечно, поговорим. И за это тоже дополнительные мы бонусы получаем. Но здесь именно по этому плану мы получаем исключительно за наш личный труд. И мы можем к этому прийти, то есть мы можем проходить обучение, они у нас скоро уже, кстати, запускаются. Ну и вообще очень много есть возможностей, где приучиться, как правильно преподносить информацию. И самое главное, где есть возможность работать над собой, над личностным ростом. Это тоже касается нашего маркетинг-плана, но дальше больше работы с командой. Потому что все преграды мы ставим себе только в голове. Как долго длится, чтобы найти 50 человек, которые минимум на 300 активируют, это может каждый для себя по-разному ответить. Но то, что это реально и это можно сделать рано или поздно, это факт. И вы решаете сами, как быстро вы к этому придете. Как только у вас 50 личников, у вас 120% от каждого. И если из них только 10% из этих 50, которые скажут, блин, ну настолько реально крутая тема, я хочу строить команду самостоятельно или с вашей помощью, да, какие-то лидеры, может быть, появятся, которым и объяснять не нужно, они сами могут продвигать, они, может быть, еще и нас научат, потому что у них опыт за спиной большой. 10% из максималки, вот здесь вам нужно только 10%, 5, чтобы получить полный фарш маркетинга. Но мы будем пошагово проходить, шаг за шагом. Я говорю уже, забегая наперед, что получить полностью дальше всю глубину хватает вам 5 квалифицированных партнеров, которые строят с вами команду. Теперь давайте посмотрим дальше. Team Matching Bonus. Что означает Team Matching Bonus? Это дополнительная выплата для лидеров, которые выстраивают свою команду и помогают в команде работать. И он выплачивается со 2 по 30 уровня в глубину. То есть партнеры, ваших партнеров, ваших партнеров, ваших партнеров. Конечно, для этого нужно определенные задания решить сперва, да, чтобы до 30 уровня была выплата. Но начинается, по сути, со 2 уже. То есть это контакт вашего контакта. Вот кто-то через вашу рекомендацию стал клиентом, ему все понравилось, и он тоже не может молчать. Он хочет об этом рассказать. И тот, кто у него в первую очередь идет как прямой, это ваш 2 по уровню. И с него вы тоже получаете, соответственно, определенный процент. Мы всегда говорим, да, замечаю еще раз, мы всегда говорим процент от того, что наши клиенты пассивом получают начисления в токенах. Именно с этого, да, пассива, из этих бонусов мы получаем начисление. Ладно, qualified volume обозначает, что вам необходимо, или нам всем необходимо, кроме того, что у нас есть определенные там личники, да, сделать с командой минимальный нужный оборот, который еще распределяется по так называемым ногам. То есть leg, это в переводе это нога. Да? То есть есть нужный оборот, и есть минимальное количество ног, которое необходимо. Далее. Downline rank. Amount. Downline mandated ranking to qualify. Да? То есть означает, это еще у нас сейчас не запускается. Это будет у нас запускаться 1 января 2020 года. Но мы потом дальше на картинках увидим. Для подтверждения определенного ранка, ну, определенного статуса, наверное, да, нужно еще, чтобы как минимум 2 квалифицированных по статусу партнера были в глубине. Какие партнеры и в какой глубине, это мы тоже сейчас увидим дальше.
по картинкам. Infinity бонус означает, это от статуса амбассадор, и дает вам еще раз уровень в глубину выплат. То есть там своя технология, сколько там дополнительно процентов, там от 1 до 2,5, и в зависимости от того, сколько у вас там квалифицированных партнеров также в глубине. Я думаю, этот Infinity бонус мы обговорим чуть-чуть позже, когда нам его еще конкретнее объяснят. Вот именно в этом формате я еще не совсем готов ответить прям в точности. Но важно, что KYC-процесс, то есть любой партнер, который считается у вас в структуре, должен пройти верификацию по KYC. И комиссии от не проведенной верификацию KYC выплачиваются, но они не числятся в вашей команде. Окей, посмотрим на сам план. С чего он начинается? То есть у нас сверху синяя, да, вот эта графа, где объясняется главное, потом дальше идет rank, это именно статус, да, какой, и уже направо смотреть по таблицам разные уровни. Начинается все с qualified member, это квалифицированный партнер. То есть вы только-только записались, вам кто-то дал ссылочку, да, вы по ней зарегистрировались и поменяли свои средства какие-либо на EXV в эквиваленте 300 евро и выше. Естественно, если смотрим сниже, downline rank 0 стоит, у вас пока еще никого нету, потому что вы только-только зарегистрировались, откуда, да, вы сами еще, допустим, только перевели. Соответственно, вам максимально с ноги 100%, я думаю, это так они просто написали, чтобы пусто не оставить. Тут ничего не может, потому что у вас ни одной ноги нет. Тут никакого дальше уточнения. То есть вы сами зарегистрировались. Дальше. Affiliate member. Это именно вы когда имеете двух личников проплаченных, верифицированных. Общий объем из вашей команды это 600 евро. У вас должно быть как минимум две ноги, downline rank, я вот в этой нахожусь сейчас. И из каждой ноги, из каждой вот этого ветки или ноги, это могут по-разному люди называть, считается для объема, вот в этом случае 600 евро, максимум 50%. То есть, по сути, это один партнер по 300 и второй партнер по 300. В общем, у нас 600, 50 отсюда, 50 отсюда. Все, выполнили affiliate member. Следующий этап. И для вас это уже тимбилдер. И когда вы становитесь тимбилдером, внимание, здесь начинается работать уже глубина. То есть вы со второго уровня, это от контакта, вашего контакта, вдруг получаете дополнительно 10% того, что этот, в этом случае партнер во второй линии вашей, получает ежедневно бонусом. Вам выплачивается 10%. Сколько могут быть во втором уровне людей? Ну, это очень зависит от того, насколько активно работает ваша первая линия или насколько вы активно ей помогаете. И тут она может, ну, выстраиваться очень широко, потому что если ваш партнер понял, что ему нужно в первом плане, который мы проговаривали, 50 личников, чтобы получить 120%, и он, может быть, на эту цель работает, он даже сильно, может быть, и не хочет сеть строить. Но его решение, он выбирает. Но если это партнер вашего партнера в этом случае, который выстраивает себе эту сеть, у вас вдруг во втором уровне могут появиться 50 человек, с которых вы будете получать с их бонусов 10%. Но это не стоит как бы так, чтобы на этом прям как цель себе ставить, потому что у нас намного больше можно туда. Если вы, конечно, к этому готовы и будете трудиться. Если вам это достаточно, совершенно окей, совершенно хорошо, вы сами решаете, вы выбираете, насколько активно вы хотите здесь продвигаться. Но в основном из нас, кто присутствует, они намерены там получать большие результаты, соответственно, мы готовы просматривать дальше. Эксперт-билдер. Эксперт-билдер означает, вам уже необходимо... стоп, я одного перепрыгнул, извиняюсь, тимбилдер, да, это следующий, тимбилдер, у вас три человека,
и 3000 мы вот объем, и 50% с каждого. Извиняюсь, друзья, вот сейчас на таблице увидел. Affiliate по member у нас пока еще нету глубины, а вот team builder, когда где у вас 3000 оборота в целом, у вас открывается вторая глубина. И считаются максимально 50% с одной ноги. Да, с одной какой-то развитой вашей ноги или ветки считается максимально 50%. Допустим, к вам зашел в команду какой-то человек, который прям ну, увидел все возможности и начал действовать. Начал действовать, и обороты в этой ноге начали очень значительно подниматься. То они, может быть, даже как раз 3000 евро обороты сделали в одной ноге. Но они не будут здесь считаться, потому что правила гласят, что из минимум двух ног максимум 50% на одну ногу считается. Это означает, в этом случае, в этом примере, было бы там, если у вас сейчас по факту в одной ноге 3000, тут бы считалось только 1500. Остальные 1500 нужно, получается, из других веток выработать. То есть нужно работать со своей командой и в другой ветке, помогать, давать возможности где-то обучиться. У нас скоро это все подключится, кстати, через науку, да, это тоже очень здорово будет. Ну и вот, и потом дальше, эксперт-билдер, это 4 уже личника, общий нужный оборот 10 тысяч. Ёлки-палки, столько сообщений. Это 10 тысяч. Максимально с ноги считается 40% с одной, и минимум для расчета нужно 3 ноги. То есть получается максимально 40, если у нас 10 тысяч лежат, в общем, да, то в одной ноге, чтобы засчиталось максимально, это сколько, 4 тысячи получается, да? Да, 4 тысячи с одной ноги максимально засчитается, все остальное должно распределяться на остальные две ноги. И если в общем, или больше ног, да, если в общем это дает 10 тысяч объема, то, соответственно, вы выполнили статус эксперт-билдер, в этом случае вам дается еще один уровень глубины, это уже третий уровень, где вы получаете от контакта, вашего контакта, 10% с того, что он бонусом ежедневно получает себе валет. Порой мы не знаем, какие контакты имеют наши контакты, насколько сильно они могут развить свою сеть при условии, что это продукт, в котором они убедились. Да? А когда они начинают через себя пропускать, даже с маленькой какой-то суммой, рано или поздно они понимают, что это все работает. Да? И в третьем уровне от людей, которых мы не знаем, получать бонусы. Дальше, друзья, чтобы попасть в следующий уровень, нам нужно 5 личников, 30 тысяч общего оборота из группы, минимум 3 ноги до сих пор, да, то есть или 3 ветки, и эти 30 тысяч должны совместно быть распределены между 3 ног, где максимально 40% с одной ноги считается. Ну, это можно также для себя посмотреть, рассчитать, но в этом случае, когда мы выполняем, мы получаем уже от 5 уровня в глубине дополнительно 5%. Это ежедневно. Да? И это не становится меньше, потому что если люди получают свои выгоды, они ежедневно получают свои бонусы, но крайне невероятно, что они как-то захотят от этого отказываться. Да? То есть пока они довольны в системе находятся и получают свои бонусы, и скоро узнают, где их можно тратить дальше, да, и менять на всякие разные товароуслуги, которые уже скоро запускаются, многие там в курсе, да, что нас ожидает в начале следующего года. Пока ваш партнер и его партнеры находятся в экосистеме, получают все выгоды, вы всегда получаете, соответственно, своего уровня определенный процент того бонуса, который начисляется нашим партнерам и клиентам в глубине. Ну и дальше уже Executive Team Leader, это нужно уже 6 личников, это нужно уже 100 тысяч оборотов, это минимально 4 должны быть ветки, с которых начисляется этот общий оборот, и максимально с одной ветки 30% считается. Тут уже нужно постараться, то есть получается, если минимум 4 ветки, это и 30% это с одной ветки минимум, вернее, максимум 30 тысяч считается, да, это нужно в 4 ветках равномерно выстроить, ну, по 30 тысяч,
итоге в одно, ну, или в одной может быть меньше, там, да, в одной может 10 будет останется, если там ровно-ровно. Но в таком формате вы выполняете, у вас 100 тысяч общего оборота, и вам открывается от 6 до 8 уровня дополнительные 5% уже в глубину, уже от людей, которых вы, возможно, никогда бы даже лично бы не узнали, но вы запустили вовремя эту цепочку, эту волну своего рода, и информация пошла дальше по миру, и у вас растет структура, и у вас пассивный заработок, резидуальный доход за один раз сделанную работу, повторяющую зарплату, ежедневно повторяющую зарплату, и исключительно из бонусов, которые получают наши партнеры. Окей, дальше. Региональный директор – это 8 человек, 300 тысяч оборота, минимум 4 ветки и 30% максимум с одной ветки у нас считается. Соответственно, в этом случае от 9 до 13, до 13 уровня мы получаем еще раз дополнительные 3%. Ну и к чему стоит стремиться? Всем нам, всем тем, кто себе не просто поставил цель там немножко подзаработать, а построить, может быть, даже свое финансовое будущее, в том числе и через EXW. Да, наверное, у вас есть какие-то еще свои идеи, разработки и так далее. Но если EXW в этом присутствует, и вы определенные перспективы в этом видите для себя и хотите действовать, то давайте будем действовать и стремиться именно к Ambassador Club. Да, чтобы попасть в Ambassador Club, нам необходимо 12 личников, проплаченных, активированных, верифицированных. Нам нужен общий объем из команды 1 миллион евро. Из 4 веток может этот миллион составляться. И считается максимально 25% на одной ветке. То есть, по сути, простое объяснение попасть в Ambassador Club. Подпиши 12 личников, активированных, KYC-верифицированных. Выстрой себе 4, минимально 4 ветки сильных, серьезных, целенаправленных лидеров поставь туда. Работай с ними или передавай нам в работу. Ну и как только в каждой из этой ветки будут 250 тысяч оборота, ты сделал статус Ambassador. То есть в этом случае из 4 веток, максимально 25% на одну считается здесь, у нас общий объем групповой 1 миллион. Ну и, соответственно, мы попадаем в статус Ambassador и получаем в этом случае уже дополнительно выплату до 18 уровня и первый раз получаем Infinity бонус. Ну, дальше по нарастающей та же самая технология. 16 партнеров прямых. Это вайс-президент, 3 миллиона оборота. Здесь до сих пор пока еще 4 ветки мы строим. То есть теми же самыми людьми, да, можно, в принципе, стать и вайс, ну, по крайней мере, своими 4 лидерами, с которыми работаем, и с их командами можно стать вайс-президентом при нужном обороте и правильном распределении, балансе между этих веток. И получаем уже здесь до 22 уровня плюс 1% от Infinity бонус, senior вайс-президент 20 личников, 10 миллионов оборота. Здесь уже 5 веток нужны, которые создают эти 10 миллионов, не только 4, еще следующая ветка должна вырасти хорошо, чтобы создать, потому что 20% максимально с одной ветки считается. То есть в новой 5-й ветке должны быть уже тоже, получается, 2 миллиона, да, дополнительно к другим, чтобы стать сеньор вайс-президент. Но в этом случае у нас выплаты идут до 26 уровня и 1.5% Infinity бонус. Ну и завершает всю эту таблицу chairperson, это 20 те же самых личника, общий оборот уже 30 миллионов евро, 20% с каждой ноги, опять же минимально 5 веток должно быть, и у нас до 30 уровня плюс 2.5% Infinity бонус. И поэтому я вам и говорил, когда мы перешли с первой таблички на вторую, да, можно выстроить себе первую линию, сказать, я готов работать на первую линию, я готов как бы на себя только рассчитывать, да, вот за свой труд я получу.
Хорошо, есть такие позиции, они имеют место. Ну, поставил себе цель 50 личников. Из этих 50, вообще по рету 20-80, да. Но даже если только 10%, серьезно, поймут все возможности, скажут, ого, вот тут-то я буду себе строить свое будущее. Эти 10% составят как раз те нужные 5 веток сильных, которые необходимы, чтобы сделать максимальный маркетинг-план. Да, это не план, который там нам сегодня на завтра сразу даст большие миллионы. К этому нужно идти, к этому нужно стремиться. И он в том числе и защищает компанию от многих таких, скажем, манипуляций, схем, каких-то, ну, возможностей просто подоить компанию. Да, ну, говорим открыто. Начиная с того, что даже ты только с одного личника только 20% получаем всего бонусов, чтобы люди не строили такие power-leg, чтобы не строили вот эти колбаски, знаете. А здесь, да, мы здесь получаем большую мотивацию работать в ширину, то есть выстраивать первую линию, чтобы с той же первой линии у нас был больше пассив, и уже по желанию, там, да, уже от каждого из нас строить команду. Естественно, мы ее строим, да, те, кто занимается нетворкингом, сетевики, мы ее строим. Опять же, каждый решает для себя, как ему что откликивается. И здесь дальше у нас еще есть картинки, как выглядит, получается, аффилиат. Ну, разные статусы, сколько нужно. Тут мы все проговорили. Что мы вот не проговаривали в табличке, да, в табличке, это вот downline rank. Мы сейчас пока не проговариваем, потому что он до конца года еще будет не актуален, он не будет влиять на наш статус. Но с начала следующего года, чтобы достигнуть вышестоящий статус какой-то, нужно, чтобы как минимум 2 человека из команды достигли нижестоящий статус, да, чтобы за собой тащить и выращивать, по сути, не тащить, наверное, не то слово, выращивать в своей команде лидеров, которые следуют тем же путем и достигают один статус за другим, этим самым повышая опять свой. То есть вот этот план, он настроен только на командную работу. На командную, если наши партнеры становятся успешнее и продвигаются по статусам вверх, и мы это держим в балансе, что не только одного там нашли серьезного какого-то, и он делает всю работу для нас, а у нас, ну, есть несколько людей, есть как минимум там 2 или 3, 4 или 5 или 6 или 7 веток рабочие, да, и мы с ними работаем, то рано или поздно мы просто будем к этим статусам продвигаться, достигать и получать определенные свои начисления, соответственные уровни. Что уже тоже сказали, что начиная с Ambassador Club статус, нужно будет проходить, может быть и раньше это еще будет, но по крайней мере я так понял, что начиная с Ambassador Club нужно будет проходить еще тест о компании, то есть чтобы, ну, конкретно переходит человек в статус, где уже у него очень тесное общение с руководством, очень тесное общение со всеми SEO, свои обучения, свои прокачки. И как раз вот к этому иду. Нужно будет сделать тест о компании, да, где мы находимся. Там разные варианты, вопросы будут. По всей вероятности, это будет проходить уже через науку, то есть через виртуальные очки, где даже там 50 участников за раз будут все иметь разные вопросы, да, никто никак ни у кого не может списать или еще что-либо, ну, немножко рассказывали, делились, как у них это уже запрограммировано и скоро у нас будет запущено. К тому, чтобы получить Ambassador Club, нужно будет пройти еще курс личностного роста, потому что и здесь, переходя в этот Ambassador Club, мы говорим о очень больших деньгах ежедневных, по сути, и многие из нас просто должны, и почти все, наверное, когда должны пройти какой-то путь обучения, чтобы мы с правильными вибрациями, с правильным настроем и, как скажем, подучены, да, уже принимали такие средства ежедневные и могли с этим правильно обращаться в нашу же пользу. Ну, наверное, на этом все пока, друзья. Этот новый наш маркетинг представлен был он буквально вот сейчас на днях. Действует он официально уже в полном масштабе с 1 декабря. До конца года у нас есть возможность, несмотря на эти, на вот эти вот downline rank, да, сделать квалификацию, то есть максимально поработать над своим балансом, посмотреть, где еще, в какой ноге,
какие партнеры требуют какой-то помощи, ну и достигать результаты. Я больше чем уверен, что многие сетевики, особенно, которые увидят этот маркетинг-план, сразу же подметят, что это выстроен маркетинг на долгосрок, чтобы очень долго можно было нам, кто активно и честно трудится в этой компании, зарабатывать совместно хорошие бонусы. Ну, на этом, наверное, все. Мы за запись будем завершать и потом откроем еще место для разговоров и вопросов. Благодарю за внимание.